это как раз тот случай, когда на асфальте не только можно, но и нужно рисовать. Ведь речь идет в первую очередь о безопасности. Мы наносим предупреждающие надписи, которые напоминают участникам движения соблюдение правил безопасности при переходе через проезжую часть. В этом году мы решили приурочить данное мероприятие ко Дню знаний. Данную акцию проводим рядом с пешеходными переходами, которые расположены вблизи общеобразовательных учреждений. Это Забайкальский институт предпринимательства, школа номер 1 и школа номер 49. В акции по созданию безопасной среды для пешеходов принимали участие студенты Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса. Они уверены в пользе своей работы. Я считаю, что это очень полезная акция для нашего города, так как это помогает жителям более безопасно переходить дорогу. Эти надписи очень хорошо видно, и даже если человек идет и сидит в телефоне, их очень хорошо будет видно, и он обратит внимание на них. Многие в телефонах или в наушниках, и они даже не замечают, и многие даже не смотрят на дорогу и на машины, которые едут. Если даже, например, человек в телефоне, он все равно посмотрит на землю, прочитает надпись и вспомнит, что нужно посмотреть на дорогу. Увлеченные перепиской, люди часто забывают о безопасности, переходя дорогу не глядя, напролом, рискуя своей жизнью и жизнями других людей. Такие надписи помогают привести себя в чувство и обратить внимание на поток машин. Даниил Ботвинский, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.